Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в ХКР 2. Четвертый день, забираем свои самоцветы. И сегодня будет месть Босяцкому. Я все-таки надеюсь, что мы сможем его пройти за сегодня. Потому что у меня времени мало, серия будет коротенькая. Ну, наверное, практически только лишь победа над боссом. Но если мы его сразу победим, то, конечно, еще немножко покатаемся. Ох, кубок Хилклимп. Ну, тут понятно все. Кубок Хилклимп. Меняем нашего персонажа. Какого-нибудь взять. С морковкой бомжара. Нет, что-то не то. Блин, ну. Что-то хочется такого, знаешь. Ну, пускай будет так. Пускай будет так. Ну что, поехали. Я забыл совсем, что у меня идеальное приземление же стоит. Есть. Просто в легкую всех обогнал. Без заносов. Да, конечно, без заносов. Попробую прокатить без заносов. Саламандра какой-то там сзади. Вот и все. И здесь тоже первое место. А мне нужно сколько там победить? Блин, наверное, еще... Гонки 3, это чтобы выйти только на Босяцкого. Опять же, друзья мои, все зависит от того, какой босс будет. Ну, босс-то понятно, что будет один и тот же, но я имею в виду, с какой прокачкой. Что у него будет надето, взято и тому подобное. Опа. Лихо я, конечно, лихо. Давай, Рэйчик. Гоним дальше. Такое ощущение, что все равно, как будто у меня, знаешь, крылья стоят. Вот по ощущениям. Хе. Легче пареной репы. Ага. Вот это зря, вот это зря. Блин, ну нафига ты так делаешь? Есть скромнее. Нифига там. Чувак на нитро. Ты видел? Да куда ты? Подрасти еще маленько ты. Против папочки драться. Лезет там уже. Ну вот, глубоководная езда. Это вам не одно место, как говорится. Ехать придется. Хреново мне придется ехать здесь. Что я могу сказать, что? Что там лезет ко мне, а? Постоянно какая-то фигня там прицепилась. Там тоже ХКР-ка, я видел ее. Вот это вот. Хотя нормально. Я думал, то, что мы трубу там проехали, плохо скажется. Но нет, все нормально. Приехали первые. Коралловая баталия. Блин, без идеального, ребята, ускорения получилось, к сожалению. Вот она труба, вот она труба. Лучше тут занырнуть, ребят, в трубу, потерять немножко времени, но попасть в трубу, чем плыть поверху, но... Точнее, ехать поверху, но без трубы. Понимаешь, да, к чему я? Хе-хе-хе, ККМ-ка отдуплилась. Хотела меня обогнать, да пупок слабоват. Кишка тонкая. Так, что-то вот здесь вот. Это не с подводной ли лодкой? С подводной лодкой. Да едь ты нормально, едь ты спокойно. Что-то дергаешься, как дергун, блин. Никакой паники не должно быть у тебя.
Ты же профи. Все? Все, ребята. Ну что? А босс уже поджидает меня, друзья. Он уже меня поджидает. Так, команда. Вкусно, но... Я и забыл поздороваться со всеми. Тьфу ты... А, нет, да. Такс. Что за босс, ребята? Что здесь будет за босс? Так, не нравится мне, что у него там магнит. Это был шанс мой, ребята. То, что он там споткнулся. Есть. Первая гонка моя. Он уперся. Слушай, на нем ничего нету, но это, ребята, это все обманчиво, может быть. Мы это прекрасно знаем. Теперь я врезался в какую-то... Ну, нет. Просто не дал мне. Вот едет и все. Я не могу его, ребята, обогнать. Хотя идеальный старт. Да пошел ты знаешь куда, блин, хмырь болотный. Да как может быть? Едет и едет, едет и вообще. Я его просто изначально даже не могу, ребята, обогнать. Просто изначально я его не могу обогнать. Он начинает стартовать, и все. Паралитик несчастный. Так, я вниз. Почему-то я так и думал, что, ребят, сегодня с этим боссом будет возня еще та, блин. Вот типа того, вот так вот тоже вырвался и все, ребят. Едет, едет и никак не обогнать, блин. То ли надо что-то брать, то ли улучшать. Я не знаю, надо как-то определяться. Ну, крылья это однозначно я здесь брать не буду. Ну, на следующей гонке я имею в виду. Это 100%. Еще лучше, блин. Упал на камни и все. И что хочешь, то и делай. Вот эта вот турбина, которая у нас стоит, она вообще, ребята, не срабатывает ни шиша. Я, наверное, ее нафиг уберу. От нее толку никакого нету. Может быть, и есть толк, но на меня она очень плохо работает. Я захотел выпендриться, да? Не знаю, зачем я это сделал. Зачем я поехал понизу. Все, это называется, друзья мои, я расстроился. Да я расстроился, что босс этого не смог победить, блин. И сейчас все пойдет через одно место. Дай-ка я гляну, что вообще тут можно сделать, поменять. Я не знаю, что тут можно поменять. Может быть, ускорение вот это взять. Черт его знает. Конечно же, мне нужно врезаться во все, что не попадя. Так, ладно. Опять же, это, ребят, при идеальном старте срабатывает турбина. Получилось.
Получилось. Так-с. Продвигаемся. Посмотрим, что нам тут. Зимние шины, ускоритель, фляг. Кубок путешествий. Да-да-да-да-да, у тебя идеального приземления нету. Вот, как говорится, получи, что хотел. Иди ты, лези тут, мелкая, сказал бы я. Кокосовая бухта. Ну тебе просто повезло, что ты можешь тут вращаться, хмырь ты болотный. Так бы уже давно бы на пузе лежал бы где-нибудь в кювете. Слушай, злой, вали отсюда, а? Лучше от греха подальше. Лезут они все ко мне тут. Ну что, здесь-то ускорение нам поможет? Оно дает нам такой вот буст. А в остальном, друзья мои, все. Все равно меня успевают, умудряются обогнать, понимаешь? Умудряются они меня, ну не обогнать, но догнать так это точно. Так что я не знаю, нужен ли мне этот ускоритель. Хорошо, вот тут вот вообще, ребят, я же замер дыхание, их к макарек. Видишь, опять же, ребят, опять же, если ты продинамишь идеальный старт, ракета твоя не сработает. Вот сиди теперь и думай, нужна вообще это мне ракета или не нужна, блин. Фига там танк наяривает. Он с крыльями, с монетным ускорителем и еще с форсажем. Как тебе такой расклад? Нормально он там полетел? Ревет моя машина, ревет. Но первое мне место дает. Вот так вот. Танки, шманки. ХКР, елки-палки. Как ты меня... Брать эту турбину. Ладно, попробуем, ребят, с турбинушкой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не подведи, родная моя. Вон сзади уже есть первая гонка моя. Первая гонка моя, пошел отсюда. Ой, ловим, ребята, ловим, чтобы турбина сработала. Нет, она не сработала. Твою же налево. Это же спорткар, друзья мои. Все, турбина не сработала. Пиши, пропала. Твою мать. Да ладно, блин, опять не сработал. Ну все, все, ребят, это... Хотя подожди. Подожди. Фига, я там летел по воздуху столько, блин. Есть! Да! Корявый хмырисос. Все, друзья мои, наконец-то. Твою ж налево. 30 тысяч кубков взяли. Фью. Это жесть. Это, ребята, была жесть. Так, ну что. В принципе, я рассчитывал чуть подольше. Может быть, фабричный кубок.
Давай покатаемся маленько. Хотя в планах у меня было сегодня победить босса и все, ребята, и заканчивать на этом. Потому что сейчас надо уже на работу собираться. Естественно, видосик выйдет не сегодня. Завтра. Это в лучшем случае, потому что сейчас у меня, ребят, там накопилось столько видосов, чтобы выложить. Элементарно не было времени. Ну, во-первых, короткий выходной. За этот короткий выходной я видосики делал. Подготавливал. Теперь надо их выложить все. На втором канале, опять же, продолжение Фрозенхейма. Ух, я там тоже, ребят, припарился. Ну и, соответственно, Звездный десант. Как же без него? Тоже офигенная игруха, мне понравилась. Особенно там такие жесткие миссейки сейчас пошли. Ну, в общем, увидите сами. Так, а пока все у меня идеально идет. Победа за победой. Конечно, хотелось бы к концу сезона получить, друзья мои, 50 тысяч кубков. Ну, чтобы его выполнить, этот сезончик. Вот получится ли. Времени-то осталось мало, там сколько, 10 дней. А у нас только лишь 30 тысяч кубков. То есть это мне надо вжаривать по полной программе. Давай-ка мы, наверное... Не, ну ракета на самом деле нормальная. Тут она очень хорошо мне помогла. Я же могу идеальное приземление прокачать, ведь так? Ать! Понял, да? Конечно, ты понял. Бревна и валуны. Ну вот, 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 вот начинается. Бултыхание вот эти вот. Вот прицепился-то сзади, а этот. Прям перед финишем взял, просто меня и обогнал. Из-за этих камней там, блин, застрял. Спрашивается, нафига я взял это идеальное, идеальное приземление, если я даже не приземляюсь здесь идеально. Пипец, что-то моя машина вообще не тут не тянет ни хрена. Пять третьим, что ли? Ну да, пять третьим. Опять как обсосок сидишь тут, блин. Очень быстро у меня машина теряет скорость. Я не знаю, почему в последнее время она теряет скорость. Все, первое место все-таки. Все-таки, ребят, первое место я занял. Песок в купальнике. Так, где моя песочница? Поехали. Твою налево, только не это. Короче, все понятно, блин. Слушай, я удивлен. Удивлен и поражен. Мы еще и обогнали. Несмотря на то, что я с этим там домиком возюкался, ну видел сам. Уперся в него, как баран. Вот это вот нафиг, нафиг. Кто-то разбился. Вот на заднем колесе, если это баги ей, да, то вот ей как раз полезно будет. Вот это вот, как она называется-то? Турбина или как? Которая дает ускорение при езде на заднем колесе. Это да, это было бы как раз топчик. Идеальный старт, отлично.
Задним колесом, конечно, тут рулит. А потянешь ли ты? Подтянул. Подтянул, ребят, он вытянул эту, этот бугор, блин. Хе-хе. Всех сделал, всех этих двух американцев и Мугуэля этого. А вот восхитительные диверсии, это, конечно, уже для моей ролички. Для моей ролички. Погнали. Думал поменять что-нибудь. И понял, что менять-то там и нечего. Ну вот зачем вот эти вот огромные прыжки, а? Ну вот зачем, Рэй, тебе нужны вот эти вот огромные... Молодец! Еще и не попали. Сейчас голос несет, нет? Не, нормально. А кто там первым у нас едет? ККМ-ка, наверное, да? Чего? У него крылья, монетный ускоритель и... этот... который дает ему переворот в воздухе. А че он так едет-то шустренько? Фига себе, ККМ-ка тут. А я заехал, хе-хе, в отличие от ККМ-ки. Только нужно ли было мне это заезд этот? Допустим. Так, восхитительно идете. Ну что, я пока плотненько держусь на втором месте. Плотненько, блин. Вниз поехали. Не надо. Да что ты тупарь? Ёпарасоте. Все, ребят. А в плане, почему на первом... Я еще и на первом месте оказался. Прикинь. Так, дай-ка кое-что все-таки проверю. Я уберу идеальное приземление. Где оно? Где? Вот. Попробуем вот так вот. Уж не знаю, ребят, что из этого получится. Мотоциклист-идиот, что ли, какой-то, я не пойму. Он просто камикадзе. Но он ехал нормально. Прям вот меня со мной на одном этом. А, он еще с монетным ускорителем. Да перевернись к чертовой бабушке, хламон. Ну, желтая помойка, уйди. Нет. Не отстала от меня она. Вот буст вроде бы сработал, все, а мотоцикл... мотоцикл там где-то захандрил. Что-то у него там не получилось с его трюком, с дешевым. Все, первое место заслуженное. Жжж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 
Что-то опять не то, ребят. Что-то это какое-то все... Все не то. И то, и не то. На форсаже, да, хмырь болотный? Вставай, вставай на колесики, правильно. Ты видел?
Летунчика видел? Попрыгунчика. Да-да. Я так и понял. Убейся, я тебе говорю, головой об стенку, придурок. Фью. А у этого прыгунчики-то его подвели. Ну, мне повезло, ребят, то, что я успел взять этот горючку. За счет горючки я только здесь. Тоже поздняк за ней нырять. Он на форсаже, ёк-макарёк. А я-то все равно первый. А я-то первый. А я-то первый. Столичный кубок, поехали. Пина, вали отсюда. Пина колада какая-то. Мне нужно, ребята, все мое это горючка. Что-то горючка-то меня это подвела, ребятули. Вот что я вам могу сказать. Е! Изи-катка! Приехал как себе домой. Блин, за всю трассу у меня выпадала только одна канистра с горючим. Упс. Да. Дело было в пенькове. Понимаешь, да? Короче, от этой канистры, от этой нитро я, ребят, тоже не вижу пока никакого для себя преимущества. Тягач-то смотри, а. Есть, не отставал от меня. Но все равно я первый. Все равно, ребята, я первый. Так, ну что, друзья, наверное, я на сегодня закончу. Время уже поджимает. Сегодня погонял я, считай, неплохо. Так что увидимся обязательно в следующей серии и продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.